Как же круто загорать на балкончике. Такой денек прекрасный. Любаня, Любаня, спинку натри мне, а то сгорит ща нафиг. И коктейль, и коктейль, да, какой-то там клубничный забабахай. Какая Любаня, у меня же нету девушки, с кем я разговариваю. Через арт. Чё мне делать? Чё мне делать? Ты же мне спинку не сможешь натереть, а всю спину разодрёшь мне своими когтями. Ребята, только вы мне можете помочь, только вы меня можете поддержать, влюбив большой палец вверх. Вот чем больше лайков наберем, тем больше шанс, то, что я найду себе какую-то девушку. А если у меня будет девушка, значит и спинку сможет натереть, и коктейльчик принести. Чем больше у меня, чем лучше у меня будет девушка, чем больше лайков, тем больше покемонов мне будет давать. Ну, в смысле покемонов давать, ну, в покебол залазить, да, тем больше покемонов в покебол будет залазить. Ребят, только на вас большая надежда. Чем больше лайков наберем, тем быстрее я себе найду девушку. Избавлюсь от этого черезанта, который даже мне спинку натереть не может. Ребята, я в вас верю. Не подведите. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новую серию нашего 7-го сезона с модом на покемонов. И в принципе, ребята, в первую очередь я бы вам опять хотел сказать большое спасибо за то, что вы ставите лайки на видео, за то, что мы набрали так много лайков на предыдущей серии с покемонами, ребята. Поэтому я выпускаю еще одну новую серию покемонов прямо сейчас, которая будет длиться также больше, чем 40 минут. Поэтому, ребята, еще раз вам говорю большое спасибо за то, что вы меня поддерживаете вашими лайками. Каждый ваш лайк — это большая мотивация для записи новых серий, как я вам уже говорил много раз. И что самое главное, ребята, не останавливайтесь. Если вы хотите дальше смотреть новые серии покемонов, то, ребята, не останавливайтесь. Ставьте лайки прямо сейчас. Чем больше лайков наберем на вот этой серии, тем быстрее выйдет следующая серия с покемонами. Тем дольше следующая серия будет. Не 40 минут, а может уже 50 минут. А потом, может, даже 1 час. Ребята, все зависит только от вас. Все зависит только от вас, честное слово. Я хотел бы, конечно, побить рекорд и набрать 15 тысяч лайков на вот этой серии, но я, конечно, в это не верю. А если хотя бы наберем 7 тысяч лайков, то выйдет новая серия, которая будет длиться 40 минут. Да, поэтому, ребята, просто, это не босик случайно? Нет, показалось. Также, ребята, подписывайтесь на мой канал, каждый подписчик для меня как друг, и пишите в комментарии что-то интересное. А знаете что, пишите в комментарии. Не надоели ли вам еще такие длинные серии, сумасшедшие вы людишки? В хорошем смысле, конечно же, ребята. Потому что 40 минут — это прям мне охренеть, как тяжело это записывать, потому что это длинные серии. А вас, ребята, как это не утомляет смотреть такие нереально длинные серии? Если, чтобы я знал, а может, там уже даже надоели вот такие серии. Мне просто, ребята, нужно знать. Напишите в комментарии, надоели или нет. Напишите, какие серии вы больше всего любите, которые длятся там 20 минут, 15-20, или там, которые длятся 45-50 минут. Ребята, напишите, чтобы я знал. Мне реально очень сильно нужно знать. А знаете, ребята, что мы будем делать в этой серии? А я вам скажу чуть позже, потому что сейчас мы отправляемся домой. И помните, мы в предыдущей серии делали очень большое количество покеболов? Очень большое количество покеболов. В принципе, это очень хорошо. Знаете почему? Потому что чем больше покеболов мы себе сделаем, тем больше новых покемонов мы с вами сможем словить. Сюда еще поставим одно ведерко. В принципе, больше нам не нужно уже ведерец ставить, потому что уже все пережарилось, можно сказать. Поэтому, ребята, наша традиция каждую серию. Кто не помнит, тот прям давно уже смотрел Пиксельмон. В описании, сразу первая ссылочка в описании, есть ссылочка на мою страницу ВКонтакте. Заходите, добавляйте меня в ВКонтакте, можете даже лайки на фоточки поставить, можете добавить меня в друзья, как я уже сказал, и написать мне какое-то сообщение. Я с вами пообщаюсь, ребята, по возможности. Поэтому не поленитесь, пролистайте чуть ниже. В описании сразу первая ссылочка на мою страницу ВКонтакте. Еще раз скажу, заходите и добавляйте меня. Да, ребята, а сейчас делаем покеболы, меняем полностью всю нашу команду на какую-то новую, да. В этой серии будет новая команда, вот эту всю мы выложим и будем прокачивать новую, конечно же. Поэтому, ребята, в первую очередь давайте мы сделаем, знаете что? Давайте мы сделаем квикболы, они очень нам нужны. Поставим вот сюда, пускай это все жарится потихоньку. А мы знаете что сделаем, ребята? Звуки вот эти нахрен. А мы поставим на пережарку. А, нам нужно еще, ребята, одно ведро лавы. Нет, не нужно. Потому что мы поставим это вот сюда. Так,
Замечательно, ребята. А у нас есть 17 частичек вот этого ультрабола. Мы потом их переделаем, только нам сейчас нужен камушек. Подождем камушек и потом переделаем. Да, ребята. Ой, а пока это все жарится, знаете что? Я выключу звук, чтобы эта машинка нас не доставала. И возьмем новую команду. Как я говорил, мы выкладываем вот эту полностью всю нашу первую команду. Вот так. И набираем. Первый у нас идет огненный покемон. Идет Тепик, потому что, в принципе, другого у нас огненного нету. Вообще другого огненного нету. Второй покемон у нас идет Иви. Как я уже сказал, Иви мы превратим в Вапориона. То есть это будет огненный покемон. Тупая башка. Это будет водный покемон. Какой огненный? Какой огненный? Это будет водный покемон. Следующий покемон у нас должен идти какой-то травяной. Я так решил, то, что у нас был тут Тортера. Не знаю, не знаю. Если у нас был Тортера... Давайте так подумаем. У нас был Тортера. Тортера на 4... Самая тупая логика. Тортера на 4 ногах. Бульбасав тоже на 4 ногах. Поэтому давайте не будем мучить покемонов. Пускай они хотя бы походят немного на 2 ногах. Поэтому следующий травяной у нас будет Снайви. Потом берем, ребята, у нас нету электрического, поэтому давайте вместо электрического возьмем Абру. Это будет психический. Один летающий покемон, чтобы быстро передвигаться. Давайте даже летающего возьмем на первое место, чтобы быстренько выкидывать, забирать обратно и быстро передвигаться. И дополнительный покемон у нас будет... Давайте дополнительный покемон у нас будет... Кто? Кто, ребята? Риолу может? Риолу? Или Оникс? Давайте будет все же Риолу. Пофиг, пофиг. Все вы, ребята, хотели Риолу, пускай будет Риола. Да, замечательно. Так, пускай это все делается, пускай это все переделывается. Замечательно, мы немного, ребята, еще подождем, пускай это пережарится и вернемся. Да. Вот так, ребята, в принципе, все уже готово, все готово. Только вот тут еще делается, но это круто. Ребята, что мы делаем сейчас? Что мы делаем? С этих всех камушков мы делаем кнопочки. И сейчас сделаем 17 ультраболов. 17 ультраболов. И сейчас мы еще сделаем хоть немного, но все же немного сделаем еще квикболов. Да, вот это пускай это все жарится. А мы, ребята, еще сделаем немного квикболов. А знаете что? Пускай это все тут долбится, мы быстренько переделаем их вот тут. Кто помнит, как их делать? Кто помнит, как их делать? Я, ребята, вас учил их делать в прошлой серии. Вот так, быстренько. Тут, в принципе, не так-то много осталось. Дайте-ка я звучок включу. Сколько у нас там? Ну, давайте вот так. Просто у меня эта машинка опять стучит. Опять стучит. Так как у меня соседи тут стучат нафиг. Ремонты свои делают. А еще будет 25 квикболов. Вы просто себе, ребята, представьте. Даже больше, чем 25. Сколько покемонов мы наловим? Это просто чудо. Это просто чудо, сколько у нас будет новых покемонов. И все. Смотрите, как это все быстренько. Ставим вот сюда. Ставим вот сюда. Ставим вот сюда. И у нас, ребята, 25 новых болов. Просто офигеть! Просто офигеть, как это все много. Все, ребята, отправляемся на охоту, на прокачку. Это самое важное. Но знаете, что я немного забыл? Смотрите, что я забыл. Смотрите, что я забыл. Смотрите, это и вот это. Я забыл... А нет, не забыл. У них гемов больше нет. Я не знаю, куда гемы пропали. Я не знаю, куда гемы пропали. Ну да ладно, кто у нас тут был? Риолу и кто был еще? Кто тут? И Абра, да? Вот замечательно. Смотрите, ребята. Сейчас мы быстренько вот это все выкладываем. А, сюда, сюда, сюда. И все, все. И вот это. Сюда, 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 сюда. Замечательно. И хлам давайте выложим быстренько вот сюда. Вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Все. Нет. Сейчас. Или молоточек возьмем. Хотя, в принципе, пускай пока что лежит, потом если что разберемся. Все, ребята. Новые покемоны. И знаете, куда мы в первую очередь пойдем их прокачивать? Наверное, на остров покемонов, потому что тут водятся и очень маленькие покемоны, то есть низкие уровни, средние покемоны и большие покемоны. То есть вообще идеальный нафиг остров для прокачки. На этого я, конечно, нападать еще не буду, потому что он нас просто раскукошит. Что-то, если честно, не вижу тут маленьких каких-то покемонов. Любой покемон, который сейчас на нас нападет, просто порвет нас всех. Просто всех нас порвет. Так, ну вот это точно не порвет. Этот не порвет, поэтому этого можно убить. А кто тут у нас еще есть? 8 уровень. Этот тоже не скажу, что порвет. Хотя... Не, ребята, это мы только начинаем прокачиваться. То есть вы видите, то, что у нас маленькие покемоны, маленькие уровни, но ничего. Тепига мы сейчас прокачаем минимум к 16 уровню. Как только он станет 16 уровнем, ребята, он уже, в принципе, начнет всех разносить.
16 уровень, уже начнет более-менее всех разносить. Вот этого Эмбером зафигачим с одного удара, уже 12-й. До этого я боюсь нападать, потому что он 31 уровень. Зато на вот... Нет, вот этого тоже нельзя. На вот этого можно, на вот этого можно. 2-3 удара где-то будет даже, ну чуть больше, 4 где-то удара. Там еще один метапод, еще метапода сейчас завалим. Он нас убил! Абра, так, Абра, 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 Абра. Кем бы тебя убить? Снайви, давайте Снайви. Снайви, ты сможешь убить его? Что-то как-то херосос разошелся нафиг. Он и... Ты охренел просто. Так, Вика, так. Так. Офигеть, сколько уровней пошло. А, вот так. Нет, ты с ума сошел. 42-й уровень на нас нападает. Ты с ума сошел. Крутой. А ты не думаешь, что я потом пойду и просто разорву тебя на части, когда я прокачаюсь? Он об этом не подумал. Он об этом не подумал, но знаете, ребята, давайте быстренько пойдем поспим. Как вы думаете? Ночью. Ночью как-то не очень хочется. Ночью не очень хочется нам гулять. Поэтому, ребята, давайте поспим. И пойдем дальше на прокачку. Тепига. Если мы прокачаем Тепига до 20 уровня в этой серии, это будет просто шикарно. Это будет просто шикарно, ребята. Куда бы нам пойти его прокачать? Вот это я не представляю. Привидение, Тим Рокет, Джим, Забдос, Временный дом. Дезерт. В пустыню? Думаете, ребята, что в пустыне я кого-то смогу прокачать? Я, конечно, сейчас могу попытаться, но что-то мне кажется, тут каких-то не будет очень маленьких. Вот 48 уровень. Да, я его, конечно, сейчас убью. 48 уровень. Кто тут у нас еще есть? 48? 24? Не-не-не-не-не. Что-то я боюсь на него нападать. 40-й. Да. Вот знаете, кого бы я хотел найти? Нумила. На нумилах просто офигенно качаться. Они бывают очень маленькими уровнями, и их очень-очень легко убить. Очень легко убить в первую очередь, от них еще хавчик выпадает. Хавчик выпадает, ребята. Это самое важное. Так, они водятся где-то вот возле... Твою мать! Возле деревней? Деревень? Где-то вот тут. Их всегда тут, в принципе, очень много. Но не в данном случае. Паскуды. Паскуды, вот сейчас, когда вы нам нужны, вас нету. Кьюбона слышу. Не-не-не-не-не, что-то тут, ребята, мне кажется, не вариант качаться, потому что нас просто будут раскидывать. А как у нас покемоны маленькие уровни, нужно что-то думать, ребята. Давайте пойдем на остров для прокачки и попробуем тут кого-то найти. Босс! Босс! Реально, босс. 32-й уровень босс. Да. Мне интересно, как вы хотите, чтобы я его убил, а? Как я должен его убить? Как я должен убить вот этого босса? Никак. Ответ вам никак. Никак. А, ладно, убивай нас. Мы еще вернемся. Не за тобой, за твоей семьей, но вернемся. Так, Корфиш, какой уровень? 24-й, много. 22-й, много. Нам нужны прям реально очень мелкие покемоны, ребята. Очень мелкие. Вот 9-й. Во-во-во-во. Альбатрос тоже очень большой, поэтому не будем мы его убивать. Так, Марила, нету смысла бить огненной атакой, потому что это водный покемон. Огнем его точно не возьмешь. Вот, вот так потихонечку, ребята, мы прокачаемся. Потихонечку мы прокачаемся. Знаете что? Так, по Чирису. Было бы круто, если бы тут было очень много травяных покемонов. Это... Он меня убил, зараза. Он меня убил, зараза! Ребята, чем больше травяных покемонов, тем нам проще качать нашего Тепига. Только что-то как-то сложно найти вот этих покемонов. Где вообще нам можно найти травяных покемонов? Понятно, что в лесу. Но что-то я как-то не представляю, где... О, 13 уровень. Тепиг, мне кажется, Риолу даже будет тащить. Риолу будет больше всего тащить. Риолу нас сейчас будет прокачивать. Или нет? Ну да, что-то на Корфиша это не работает. Нет, на Корфиша это... Еще один босс! Еще один босс! Ребята, смотрите на задний фон. Мало того, что там красный босс, а Пиджей... Так там еще и зеленый босс... Кто там был? Там зеленый босс Райчу. Они издеваются? Вот честно скажите, они издеваются? Охренеть просто. Не-не-не-не, ты на меня не нападай, чувак. Ты на меня не нападай. Я знаю, что ты сейчас очень крутой, когда мы маленькие уровни. Но ты на меня сейчас не нападай. Не-не-не-не, не нужно. Вот, 15 уровень. 15 уровень. Краби, сойдет. Мы, в принципе, очень долго будем бить, зато Риолу сейчас, мне кажется, порешает.
еще парочку уровней, и Риолу просто будет реально решать. Квик-атак, да. Не скажу то, что он очень сильно бьет. Не скажу! Вообще не скажу! Но, ребята, нужно. Сами понимаете то, что первые уровни очень сложно качаются. А что нам, в принципе, делать? Что нам делать? Только вот так прокачиваться. Вот, замечательно. Замечательно, замечательно. А ты пик 13-й? 13-й. Еще три уровня, и он просто будет всех разносить, я вам обещаю. Потому что там у него уже, в принципе, нормально. А у нас, кстати, нету флеймтровера дома. Если ты пик... Сейчас изучит флеймтровер. Смотрите, если у нас дома каким-то чудесным образом в сундуке окажется флеймтровер, то есть огнемет. Огнемет. Флеймчардж. Нет, нету. Но зато давайте хотя бы вот это изучим. Может, вот это пригодится. Сколько тут? Сколько урона? 30 урона, эмбер. Да. Да. Не скажу то, что крутая темка. Вот это может быть получше. Флеймчардж. 50 урона. Да, это будет получше, ребята. Что у нас тут? Брайан, Ватерпулс, Драгон Бриф. Дыхание дракона, на кого бы изучить можно? Дыхание дракона... А может... А на Старли я не могу дыхание дракона изучить? Мегадрейн, Буллет Сид. Мегадрейн и Буллет Сид. Мегадрейн я смогу изучить на Снайве, и она будет решать. И Дрим Итер. Дрим Итер, Телепорт и Трикрум. Вот смотрите, ребята. Вот смотрите, сейчас мы всех порешаем. Сейчас мы всех порешаем. Не зря же у нас есть темки. Смотрите, что у нас есть. У нас есть Мегадрейн, мы изучаем на Снайве. Мегадрейн на Снайве изучаем. Потом, не знаю, смогу ли я Драгон Бриф изучить на Старли. Нет, не смогу. Точно не смогу. Да, тогда изучаем Дрим Итер на Абру. Изучили Дрим Итер, замечательно. И в принципе все. Драгон Бриф тогда сохраним, потом выложим сундучок. Замечательно, давайте, ребята, будем испытывать. Пятый, о, вот замечательно, вообще просто замечательно, пятый уровень, и там еще есть, там еще 14 уровень есть, тоже круто, сейчас мы его тоже убьем, ребята, самое главное дожить где-то до 20 уровня, самое главное, так, смотрите, опа, он его убьет с двух атак, да, потому что это травяной покемон, вот так, замечательно, просто замечательно, ребята, так, Мэджикарпушка, попал, замечательно. Да, конечно, огненная атака, я ему вряд ли что-то смогу нанести нормальное, но зато смогу найти теклом. Ну, в смысле, каким-то там бойцовским ударом. Замечательно. Так, ух ты, 20 уровень, пеликан вот этот. Да, да. Зря я на него напал, он меня как-то раскидал слишком быстро. О, зато Крабби тут есть, Крабби, давай. Да, что-то Крабби тоже никогда не очень сильно хочет решать. Ну, зато сейчас. Убил он нас! Он нас убил, зараза! Ну, ща Риолу тебе отомстит. Ща Риолу потихонечку, очень как-то медленно, но отомстит. Или не отомстит, потому что нас убили. Но зато Снайви 100% отомстит. Как я сказал, Снайви отомстит реально. Потому что травяной против водных тоже нормально. Еще один босс. Но этого мы, в принципе, можем убить. Да, как можем. Как можем, если очень хорошенько постараемся. Но это нереально. Потому что он нас убивает с двух ударов. Это нереально, ребята. Дримитер. Нет. Это нужно усыпить. Это нужно усыпить перед тем, как сражаться. Нет. Нет. Убил! Вот почему я люблю Риолу. Это просто офигеть. Это просто... Но Риолу прокачивается с помощью счастья, если я хорошо помню, да? Или я ошибаюсь? Ребята, хорошо то, что я вспомнил сейчас, а не чуть позже. Риолу прокачивается с помощью счастья. Поэтому нужно, чтобы Риолу за нами бегала. Нужно 220 счастья, вот тут, happiness. У нас сейчас 96, а нужно 220, чтобы Риолу эволюционировала в Лукарио. Нужно было раньше вспомнить, а не сейчас, но все же. Лучше сейчас, чем позже я бы вспомнил, да? Так. Давай. Одна атака, еще одна. Давай, и 15 уровень. Давай, 15 уровень. Просто зашибись. Так, даже 16, а не 15. А что-то не эволюционировал тогда. Ладно, подождем. Риолу там за нами бегает. Я очень сильно надеюсь, что да. Сейчас, ребята, посмотрим. Давайте вот этого Крабби добьем, если получится. Так, Снайви в атаку. Снайви. Давай, Мегадрейном. Замечательно, просто замечательно. Риолу за нами не бегает. То есть она бегает только тогда, когда мы не вступаем в бой, получается. Получается так. Ладно, будем знать, кто там у нас, кстати.
Ни хрена себе, сколько альбатросов вот этих. Так, ты пик. Давай вот ты, значит, и потом Снайви, потому что Снайви больше тут решает, чем ты на данный момент. На данный момент. Вот так, одна атака. Может там сейчас с помощью Снайви качаться? Смотрите, как она круто прокачивается на вот таких маленьких... Да! Ребята, ребята, эволюция Тепига. Просто круто. Сейчас, если он изучит какую-то нормальную атаку, то, в принципе, он уже так же будет нормально решать. И Снайви тоже еще чуть-чуть осталось для, до следующей эволюции. Пигнайт, смотрите, какая свинка красивая, а. Вот, тейкл, 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 чоп, чоп, тейкл, арамтрас, ну, не, это такое, такое. Вот смотрите, а, какая свинюха, какая свинюха. Так, вылечимся, и давайте на вот этого нападем. 25 уровень. Снайви, что-то мне кажется, ты не сможешь решить нифига. Хотя, учитывая то, что у тебя Мега Дрейн высасывает с него жизни и добавляет тебе, Снайви, в принципе, очень даже решает. Не зря мы изучили ей вот эту атаку, ребята. Не зря. Так, дальше, Пигнайт. Давай дальше. 23-й, Снайви, решай. Подруга наша, решай. Мега Дрейн, замечательно. Еще разочек. Офигеть, Лифт Торнадо. Мы изучили новую атаку, которая просто будет разносить всем башни. Вот смотрите, 22-й. Снайви, давай Лифт Торнадо. Зафигачь одним. Одним разочком, Лифт Торнадо. Давай. Почти с одного удара, ребята. Почти с одного удара. Круто, очень круто. Так, знаете что, наверное, мы пойдем поспим, как думаете? Ночью неохота мне тут тусить. Ночью неохота тут тусить, поэтому давайте, ребята, быстренько пойдем и поспим дома. Кстати, если мы там увидим каких-то крутых покемонов, мы, конечно же, ребята, их словим, хотя бы постараемся. Болы у нас-то уже есть. Так, а Снайви осталось еще немного, так, Снайви уже скоро эволюционирует. Снайви эволюционирует. А, так, остров для прокачки, замечательно. Ну что, ребята, второй день прокачки, или какой уже третий, я не помню. Не помню. Так, кто у нас тут есть? Кто у нас тут есть хорошенький, чтобы прокачаться на нем? А? Кто у нас тут есть хорошенький? Леди Ба, я слышу, 5-й уровень. Ну, такое себе, если честно. 5-й уровень это фигня, но все же, пускай будет. И тут у нас тоже... О, тут у нас кто-то есть, кто-то... Метапод есть, 8-й уровень. В принципе, почему нет? Сойдет. Катерпи у нас 5-й уровень. Сойдет. А, так. Так. Этот чувак, я не знаю, кто это вообще такой. Я по нему даже попал. А, нет, вот попал. Шелдер. 29-й уровень Шелдер. Снайви. Что-то мне кажется, ты не очень так справишься. Да. Поспешил я с выводами, то что Снайви справится. Тут никто нафиг не справится. Смотрите, как этот двибл всех разносит. Ну, в принципе, да. Чё мы хотели? Чё мы хотели нафиг? Он 29 уровень. Да сбеги ты с этого боя! Вот, замечательно. Покехил. Так. Сейчас, ребята. На кого напасть, чтобы нас просто не разорвали на части? На кого напасть? Так, вот. Во. Ну, это очень... Это слишком какой-то маленький уровень, но все же. Иди сюда. Иди ты нахрен! Да. Вот. Так он сбежал от нас. Я за ним бегаю по кругу, нафиг. Просто по кругу, а он сбегает. Вот, опять сбежал. Не-не-не, вот и ты сейчас не сбежишь. Так, вот, Шелдер, ну, такое себе. Не скажу то, что ты крутой покемон. Но зато хотя бы прокачаться на нем можно немного. Ребята, если мы в этой серии прокачаем Пигнайта и Снайви, уже будет очень круто. Это будут два основных покемона, которые будут нас прокачивать. Это уже будет круто. Так, давайте побежали дальше. Будем смотреть, кто у нас тут еще есть. 12 уровень. Баттерфри сойдет, в принципе, да? И 39-й. Не. На 39-й я не буду нападать. Зато на 14-й нападу. Ну, Кадабра, это такое. Кадабра сейчас убежит. Да, как я, в принципе, и сказал. И Белспрут. Так, а вот тебя можно убить с помощью Снайви. Снайви, по идее, должна тебя раскидать вообще попросту. Ну, так себе, не скажу, что прям сильно раскидывает, но все же. Не скажу, что сильно раскидывает. Быстренько, понемногу, ребята, понемногу будем лечиться даже. Вот так, замечательно. Еще разочек. 17 уровень, просто зашибись.
Эволюция Снайви, да, ребята, уже вторая эволюция за эту серию. Там Бластойца спанился, не хочу я даже с ним в будки всякие влазить, потому что он нас просто убьет очень быстро. Давай, Снайви, давай, давай, бык, нет, Серпериор это в третья эволюция, а вторая эволюция Снайви? Сервайн, вот, да, да, Сервайн, Сервайн. Давай, Сервайн, Сервайн, вот так, замечательно. Сервайн, давай. Давай, давай, быстренько, быстренько, раскидай. Я сказал, раскидай. Вот, замечательно. Пулевак, какой уровень? 15-й. Давайте, знаете, что я так, ребята, подумаем? Давайте в первую очередь, подумал. Давайте в первую очередь прокачаем Сервайна, хотя бы где-то до, давайте прокачаем до третьей эволюции, да? Согласны? До третьей эволюции. Потом, когда будет третья эволюция, то мы уже начнем прокачивать остальных покемонов. Мне кажется, это отличная идея. Так, Пигнайт. Ну, вот этого можно убить. Надеюсь, то, что мы сможем его убить. Вот так. Еще разочек. Еще разочек. Замечательно, 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 ребята. Новый уровень. Нет, 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 Пигнайт, давай ты. Давай ты. Белспрут. Белспрут как раз офигенно, потому что он травяной, его очень просто убить. Вот так, замечательно. Замечательно. Кто у нас дальше? Кто у нас дальше по счету идет? А, четвертый уровень вот этот. Дальше, дальше, кто у нас идет? Пикачу, вы какие уровни? 27-й. Вот. Вот. Вот этих мелких можно вообще рубать просто очень просто. Очень просто. Почти с одного удара, смотрите. И Сервайн будет качаться просто офигеть как круто. Офигеть. По одному удару Лич Сид, это нам не нужно. Так, Альбатрос. Главное в Альбатроса не попасть, потому что если я попаду, то... Вы поняли. Так, Альбатрос 34 уровень. Ты какой уровень? 7-й. Ну, такое себе. Не скажу, что большой уровень, но убить можно. Пикачу. Пикачу можно попробовать убить вот этим Пигнайтом. По идее, да, по идее два удара и он справится. Замечательно. Дальше. Сервайн. Не-не-не-не-не. На 40-й уровень я как-то не очень хочу нападать. Спасибо, спасибо. Я немного подожду, подожду. Так, 36-й уровень. Что-то мне мало так кажется то, что Сервайн сможет убить Азу. Да, 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 да. Поспешил я с выводами. Поспешил я с выводами. Поэтому, ребята, ну, может, может, Риолу что-то... Не, мне кажется, Риолу тоже ничего не сделает. Да. А Пигнайт тем более, потому что он очень маленький уровень. Да, нет, нифига. Нифига никто не сделает, ребята. Давайте тогда убегать попросту. Так. Что у нас? Цветочек сломал, цветочек! Опа! Какой? Какой? Маленький уровень. Маленький уровень. Нам нужно уже более-менее такие уровни. Во, во. То, что нам нужно. То, что нам нужно для Сервайна. И кто у нас тут еще есть? Кто у нас тут еще есть? Пятый уровень. Не, ну, 45-й, иди в жопу. Так. Да стой ты нам вместе, что ты такой шустрый? Вот. Ни хрена себе, прям снайпер какой. Так, кто у нас тут еще есть? Кто у нас тут еще есть? Нет, 42 уровень, спасибо, я воздержусь. Я пока что воздержусь от 42 уровня. О, Поливак. Поливак и вот этот Чукча, который убегает вечно от нас. Так, Псайдак, я видел Псайдака. 29-й. О, нормально, нормально. Водный покемон сойдет. Куда вы вечно убегаете, нафиг? Чё вас туда наверх-то тянет? Так, ладно, я ещё приду. Босс! Босс, 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 босс. Я попытаюсь, ребята. 26-й. Да. Не-не-не. Не сможем мы его убить. Хотя, хотя, если хорошенько постараться, если лечить Сервайн, если лечить вот так Сервайн, как я сейчас делаю, Сервайн затащила нафиг. И нам еще выпал Сафари Бол. Это босс или это Шайни, ребята? Это 100% Шайни. Да, это Шайни. Шайни Крабби Кинглер. Да. Бульбасавр. Ребята, первый раз я убиваю... Ну, не первый раз, я вру, я уже много раз убивал Шайни. Но все же, это Бульбасавр. Охренеть, ты что, издеваешься? А как ты нас так... Как ты нас так убил? Так, не-не-не. От этого лучше убегать. Шайни Кинглер. Нету смысла даже его ловить или что-то пытаться с ним сделать, потому что в первую очередь он очень большой уровень. Хотя я, в принципе, могу его ставить, потому что у нас боллы есть. Но зачем, ребята? Зачем нам ловить Шайни Кинглера, если у нас есть Шайни Крабби? Это его первая эволюция. Зачем? Просто нету смысла, ребята. Зато мы его можем попытаться убить.
Дядей, конечно, это у нас получится, хоть как вы видите. Как вы видите. Первый раз неплохо так Сервайн стукнул. Вот, замечательно. Убили Шайни. Так, еще разочек. Сервайн уже 24-й. Ребята, в этой серии Сервайн 100% прокачается. То есть, в этой серии, сколько у нас еще? У нас еще нормально так времени есть. В этой серии Сервайн будет каким уровнем? В этой серии, может, даже Сервайн уже будет Серпериором. То есть, третий своей эволюции. Мне пока что это не очень верится, но... Можем, ребята, не-не-не, это очень долго будет, не хочу я столько времени тратить на тот же Тика. Я тем более не могу убежать. Вот, убежал, замечательно. Что у нас дальше? Что у нас дальше по счету идет, по списку? Так, какие-то слишком большие уровни. Старли, Старли Сервайн, давай. Прокачай немного нам Старли Сервайн. Прокачай немного Старли, вот так. Три удара, три удара будет, да? Три удара, да, замечательно. 1000 опыта, нафиг, ну смотри, сколько уровней, ребята. Офигеть просто. Так, кто это у нас 30 уровень? Опа, это для Пигнайта. Сойдет для Пигнайта. Я сказал, сойдет для Пигнайта. О, пошло дело. Пошло дело. Вот так, замечательно. Сейчас, не-не-не, это слишком... Босс. Кстати, зеленый, мы можем его попытаться убить. Мы его убьем даже, ребята. Ну как убьем? Не-не-не, что-то я... Если бы я ударил его нужной атакой, то я бы его убил. Пигнайт, пожалуйста. Чё-то Винга так. Вот, замечательно, замечательно. Не-не-не, какой 41 уровень? Нет, чё, дебил нафиг, какой 41 уровень? Так, Сервайн, сможешь ли ты уже вот этого завалить? Конечно сможешь, нафиг. Конечно сможешь. Давай, только попадай по нему почаще, пожалуйста. Вот, замечательно, замечательно. Так, Сервайн уже, ребята, рубает нафиг. Сервайн уже тут разносит всех. Еще парочку уровней, и все, и тут жопа уже каждого покемона на этом острове. Так, я не знаю, какой этот крабий уровень, но, в принципе, да, не должен быть большим. Так, замечательно, кто у нас тут еще есть? Метапод, небольшие такие уровни, не буду даже... Нет, это слишком уже большой, это уже слишком большой. Сервайн эволюционирует вроде на 36 уровне, то есть нам еще осталось 10 уровней. Так, давайте мы еще постараемся вот этого убить. Двиблов в предыдущий раз не возвенчался успехом, не успехом наша попытка, да. Но сейчас, сейчас тоже. Круто, сразу нафиг. Так. Двибл. Ну вот, вот, замечательно, зато хотя бы сейчас его порвали. Так, ладно, ребята, давайте отправляемся домой. Отправляемся домой, поспим. Еще раз поспим. И пойдем Сервайн. Сервайн, Сервайн. Где бы тебя дальше прокачивать? 26 уровень. 26 уровень. Я говорю, Сервайн нужно прокачать к 36 уровню. Да. И вот тогда. Вот тогда. Так, давайте еще раз отправимся вот сюда. Тогда он, в принципе, уже начнет очень сильно так рубать. Только я не хочу тут тоже очень долго засиживаться на вот этом острове. Мы уже тут, в принципе, нормально так покачались. Мне кажется, нужно уже потихоньку валить отсюда. Но, не знаю, ребят, давайте еще раз попробуем убить с помощью... Ну, давайте с помощью Пигнайта вот эту Баттерфри. Я сказал, убьем вот эту Баттерфри вот так быстренько. Быстренько я сказал. Еще, я сказал, быстренько. Вот, замечательно. Так, вот так. Я там вроде видел, кто-то был какой-то редкий покемон, или мне показалось. Давайте еще вот этого убьем. 25 уровня. 25 нафиг уровень. Так, вот, быстренько, замечательно. И кто у нас тут был какой-то? Кто у нас тут такой был? Нет, тут больше никого нету, мне показалось просто. Нет, не нужен. Какой 9 уровень? Ты издеваешься? Какой 9 уровень? Вот так. Ребята, наверное, мы сейчас будем отсюда уже валить. Будем мы отсюда валить. Давайте еще вот этого убьем. 25 уровень. И давайте еще убьем... Кого бы еще убить? Там я Пикачу опять вижу. Давайте убьем еще вот этого... Слоубро 36 уровень. Как думаете, ребята, справимся? Не знаю, не знаю, не знаю. Давайте посмотрим. Один разочек. И второй разочек. Замечательно, справились. Я даже не рассчитывал, если честно. Я даже не рассчитывал. Так, давайте Дроузи постараемся убить. Один, два и три. Вот, замечательно. Кто у нас тут еще есть? Кто у нас Пикачу? Тут у нас есть 21 уровень. Сойдет, в принципе, почему бы и нет. Пикачу. Опа, быстренько. Шайни, Шайни! Шайни под ногами, Шайни под ногами, Шайни под ногами. Вот.
Шайни Сивадлу. Так, квикбол. Квикбол нужно всегда использовать в начале раунда, потому что квикбол рассчитан на то, что квик, то есть быстрый, быстрая поимка. Да. Мы словили Шайни, мало того. Вот я не знаю, сколько у нас процентов, ребята. Я бы хотел очень сейчас посмотреть, сколько у нас процентов со всех пойманных покемонов. Я бы очень хотел посмотреть, но пока что не могу, потому что, в принципе, не знаю, как это делается. И возможно ли это вообще. Так, зато мы потихоньку, ребята, всех качаем и находим шайни. Очень даже много шайни. Боссов мы тоже, конечно, в этой серии дофига нашли, но не всех получилось убить. Так, кто у нас тут еще есть? Мне кажется, нужно валить уже с этого острова, как вы, ребята, думаете. Шайни, ты не... Какой шайни Тортера? Просто обычная Тортера, большая Тортера. Ну что, ребята, будем валить отсюда? Мне кажется, то, что да. Мне кажется, нужно отсюда валить уже. Так, давайте пойдем. Где бы нам хорошенько прокачивать сервайв? В принципе. А, мы еще летать не можем. Я хотел полетать, но мы не можем летать. Круто. Мы не можем летать. Я это только сейчас понял. Я уже хотел, знаете, предложить, то есть давайте куда-то полетим, но Старли еще не может летать. В этом-то проблема, ребята. В этом заключается вся проблема, то что мы не можем... Обрадовался Тюртвигу и потом только вспомнил то, что у нас уже есть Тортера прокачанная. Так. Больше тут никого нет. Тортера, какой ты уровень? 40-40-й. И ты подумал, что я на тебя нападать буду? Че, с ума сошла нафиг. С ума сошла нафиг. Так, тут у нас кто еще есть? Что-то такие. Вот Випин был. 24-й. Вот Випин был есть, можно его убить. И его, в принципе, мы убьем, да, с двух ударов. Вот так. И Киндера, в принципе, если очень хорошенько постараться. Да, если бы я еще попал в него. Вот. 45-й! Если я убью сейчас вот этого Киндера, то наш Сервайн вообще будет тащером. И он его убьет нафиг. 45-й уровень! И мы его убили! Ребята, давайте поздравим нашу Сервайн за то, что она такая жестокая уже. 28-й уровень, еще 8 уровней, и он эволюционирует. Почему я называю его... ею, если это он? Ну, в смысле, мужской пол сейчас у нас есть. Так, кто? Эволюция... А, эволюция старой! Я, конечно, его не вижу, потому что... Ну, дерево так очень удобно стало перед нами, да? Появилось. Но зато, ребята, это уже третья эволюция за эту серию. Да. Третья. Да. Круто, круто. В принципе, нормально. Нормальный такой стартик, согласитесь, для нашей новой команды. Я думал, что она не будет справляться, если честно. Айвизар там, кстати. Я думал, что она не будет справляться, но как видите, потихонечку. Шайни Альбатрос. Шайни Альбатрос. А ну стоять нафиг. Так. Его бы еще разочек так шандарахнуть хорошенько. Пожалуйста, шандарахнуть разочек. Нет, еще сильнее немного. Вот, еще немного сильнее. Хотя, в принципе, давайте я быстренько использую квикбол, посмотрим. Я бы словил Шайни Альбатроса, почему нет? Да, ну что-то, как вы видите, он не очень хочет тут оставаться, поэтому давайте мы ему еще немного жизни снесем. А, он еще и лечится. Ясно. Конечно, если он еще лечиться будет, то вряд ли мы его сможем как-то словить. Level ball. Да, level ball, нету смысла его ловить. Давайте еще раз квикболом постараемся. Я бы его словил, ведь я пытаюсь его словить. Но не все так просто. Тем более он очень большой. Словили! 33 уровень! Словили, ребята! Два шаги в этой серии, два босса в этой серии. Почему бы нет? Почему бы нет, ребята? Круто. Шайни Альбатрос у нас уже, кстати, есть. Ох ты, какой 24-й. А ты 44-й. Убьем. У нас просто тоже очень сильно валит. Но Мега Дрейн делает свою работу тоже. Он нам запретил использовать Мега Дрейн больше. Мы не можем... А, он еще и лечится? Ну, так, конечно, мы вряд ли его убьем. Если он мало того, что ли будет лечиться, так еще и запрещает нам Мега Дрейн. Вот так. А, замечательно. Пигнайт. Ну, ты вряд ли что-то... Да. Ты вряд ли что-то сделаешь. И Риолу, в принципе, тоже вряд ли что-то сделает.
очень слабо он бьет слоубро. Да, нету смысла, ребята. Если бы он не запретил нам использовать тогда мегадрейн, давайте еще раз попробуем, а? Разочек. Еще разочек. Если он не будет лечиться. Так. Так. Замечательно. Твою-то мать, а! Успокойся! Угомонись нафиг! Так. Сейчас лифт торнедо. Так, еще разочек. Замечательно. Сейчас лечиться бы. А, твою мать, может ты успокоишься со своим хилом? А, иди ты в жопу, иди ты в жопу, иди ты в жопу. Дебила кусок. Дебила кусок. Так. А, кто у нас тут еще есть? Давайте по... О, киндлер. Вы поняли, ребята? Вы поняли, ребята? Киллер. Большой уровень киллер. Где он? Он только что был тут нафиг. Куда он испарился? Вот он, два киндера даже. Так, 42 уровень. 42 уровень. Сервайн уже тащит, ребята. Зря я это сказал, наверное. Хотя... Хотя, не зря. Сервайн реально тащит. О, еще разочек. Как поперло-то у Сервайна, а? Как поперло-то у Сервайн, 44 уровень. Да, не туда немного кинул. Опять не туда немного кинул, ты издеваешься? Вот, замечательно. Сервайн, давай, еще вот этого киллера, и замечательно, будешь как раз 30 уровнем. Еще разочек, замечательно, еще разочек. Замечательно, замечательно, просто, ребята, круто. Все, в принципе, давайте возвращаться домой. Давайте, ребята, будем возвращаться домой понемногу. Понемногу, в принципе, уже домой возвращаемся. И знаете что, ребята, давайте мы на этом будем заканчивать. Большое спасибо вам за просмотр, не забываем ставить лайки. Как я уже сказал, наберем 7000 лайков, выходит сразу новая серия. Покажите, ребята, мне любовь к Пиксельмону, чтобы я знал, выпускать новые серии или нет. И также пишите в комментариях, хотите ли вы длинные серии или короткие, мне также нужно это знать. Я, конечно, не надеюсь, что мы наберем 15000 лайков на вот этой серии, но все же, ребята, может рекорд мы какой-то поставим, но все же 7000 хватит, чтобы я выпустил новую серию, и за это вам скажу большое спасибо. Ребята, подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг, ребята. Добавляйте меня в друзья ВКонтакте, первая ссылочка в описании, как я уже сказал. И большое спасибо вам за просмотр, всем удачи и всем пока.